Друзья, всем большой привет! Сегодня распакуем две очередные посылочки из Китая. Сразу хотел всех поблагодарить за ваше активное участие, за подписку, ну и так далее, за ваши лайки и все остальное. Вот, очень приятно. Это все, конечно, лицезреть то, что мои труды оцениваются. Ну, давайте перейдем теперь более детально к нашим посылочкам. Здесь у меня заказывала моя постоянная заказчица различные, скажем так, штуки для ногтей. Давайте, в общем-то, ее откроем, посмотрим на сайтике. Да, это пришли наши перышки. Ну, в любом случае, может, напишу под видео, сколько примерно шла данная посылка. Но на самом деле это не столь важно, где-то в районе месяца, в общем-то, шла данная посылочка. И здесь вот такие вот наклеечки на ногтики. То есть различные там перышки и так далее. То есть такое вот украшение. И там оно вроде бы не одно. Здесь их ровно 3 штучки. Вот такие вот. В общем, в любом случае можно украсить свои ногтики. Ну, опять же, это касается нашей женской половины. Вот такими вот, скажем так, штучками. Вот. Ну и удивительно, конечно, что вообще посылка пришла не намокла. То обычно бывает такое, что даже приходят посылки, и, конечно, мне важно, посылки не приходили, но я вот смотрел, были видео, где, собственно говоря, посылки приходили мокрые. Ну, мне во всяком случае везет. Так, в этой посылочке ехала она ко мне SF экспрессом, вроде бы, если не ошибаюсь, потому как вот такие вот трек-номера, там 705, там 3005 и так далее, это вроде бы их. Здесь у нас приехал контейнер, вот, продавцу огромное спасибо, конечно, за такую классную упаковку, но вроде бы контейнер, я думаю, что не столь такой, скажем так, хрупкий товар, но тем не менее может повредиться, кто-то может наступить и так далее, и все это может поломаться. Значит, стоил он, в принципе, на самом деле недорого, но я думаю, что очень такая, скажем так, полезная штука в любом доме. Раньше, знаете, такие советские были большие, скажем так, контейнеры, где складывали там нитки, иголки, там еще какие-то штуки-дрюки. Ну, в общем-то, в Китае тоже есть вот такие вот небольшие и компактные, скажем так, контейнеры для хранения каких-либо вещей, которые, в принципе, сюда поместятся. Я не знаю даже, ну, я не знаю, что здесь можно хранить, но, тем не менее, вот такой вот у меня контейнер заказали. Лед, конечно, для льда, конечно, не подходит, но, тем не менее, вот такой вот контейнер стоил он что-то в районе $3. Точно цену напишу, которая была во время покупки. То есть ту цену, за которую мы приобрели данный контейнер. Ну и сегодня вот, в общем-то, такие вот были у нас украшения на ногтики. На этом все, дорогие друзья. Традиционно всем пока. До новых встреч.